Всем привет, ребята, с вами Ёжик, и сегодня у нас испытание с золотым мечом. И у нас остается 14 минут до конца испытания, мы будем проходить с рандомами, Only Mortis, все кратко и быстро, ребят. Поэтому надеюсь, вы быстро подписались на канал, поставили лайк. Но я полетел, ребят, короче, главная задача — это успеть пройти испытание. Ведь как только заканчивается время... Ну, как только заканчивается испытание, видос сразу же заканчивается. В принципе, это логично, автоматически. Вау! Прямой косой. У нас есть шансы на... Ну, блин, сколько побед надо? 8. Если каждая победа по 30 секунд, я успел бы. Но это невозможно. Да блин. Ну, примат просто тянет время. И на одну катку, блин, пол испытания потрачу. А, понятно, мяч во мне, но это гол. Понял. Окей, ребят, окей. Будем играть с читерами. Отлично. 1-1. Хорошо. Пускай главные разбираются с приматом. Так, отлично. Мне понравилось только что мой гениальный деф. О, сюда, ребятки, короче, за 2 минуты мы управились. И редкий, сверхредкий, пойдет. Главное, чтобы в стардропе долго не догрузились, у меня каждая секунда не нужна на счету. Быстрее кредиты полетели, ребят, следующую каточку. Просто надеюсь быстро пройти, поэтому сегодня без вырезок всяких, сразу же, толком, целиком. Потому что сам видос долго не будет. Не будем вот это по полчаса проходить испытания, видосы. Там некоторые моменты не вставлять, некоторые вставлять. Ну и Супер-Ёжик забивает гол. Хотя гострим, понял. А, это не, да не. Там группа Brawl Stars. Я думаю, это уже мне, думаю... Откуда у вас информация, что я видос пилю? Ну, я хотя бы по Мортису попал. Хотя бы что-то. Куда ты прыгаешь? Ну, что за меня динамайк? Это очень круто. Понял, окей. Ну, в принципе, отлично идет. Каточка, как и первая. Сейчас, наверное, будет по времени. Только если мы сейчас прям не забьем гол. А мы прям сейчас не забьем гол. Отлично. Так. Окей, динамайк. Твой выход. Отлично, ребят, просто отличнейший сыграна каточка. Еще раз, опять же, 2 минутки сыграли, вроде бы. Ну, в принципе, мы успеваем сделать только 7 побед. 10 минут, 6 каток. Мы не успеем сделать 8-ю победу. Боже, нам надо за 30 секунд выиграть катку 2. Одну катку за 30 сек. Пожалуйста. И без слива вообще надо, боже. Это же Unreal, ребят. За Мортиса онли. С рандомами. Ладно. Давай, минус тот. И пас. Ну ты дурак. Да, он убил и забил. Нет. Ну и шо? Шо це? Ну, да,
Ё-моё. Отлично. Но, блин, опять же, такое же самое время. Нужно быстрее, быстрее, быстрее. Проходить испытание. Давай, прямо сейчас надо гол сделать. А, сюжет видео, если бы мы прямо сейчас забили гол. Давай, 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 ну перестреляй. Хорош. Давай, давай, давай. Хотя бы надо уложиться в время, в которое мы всегда уложивались. Гениальная ульта. Ну. Хорош. Ну, мы уложились время, в принципе, то, что, как всегда, мы проходили. 8 минут, боже. Получится, если мы за 30 секунд не управимся. Ой, в этой катке уж тем более. Либо наоборот. Надо одну катку за 30 сек, и тогда будет все чики-пуки. Это пипец. Бык просто всех хавает. А наши быка хавают они. Так, отлично. Бык убивает Эмс. А ну, бычок, забьешь? Ну я, блин, что, зря слился? Да, молодцы, супер. Я хотя бы набил ульту, они забивают гол быстренько. Ну... Это первый, второй не так скоро будет. Ну нет, ну бык, ну ты такой гений просто со своей ультой. Мог выбить мяч потом ульту. Давай, Биби, я в тебя верю. Ну все, GG. Эх, точно, теперь точно не прошли как минимум поражение. Хоть и не такое уж и быстро, но не такое уж и долгое. Но поражение-то уже все, мы должны были сделать победу. Не, я не успею. Не успею. Прикольный формат видео, блин, конечно, получается. Должен на последних секундах выиграть испытание. Понятно, понятно. Эдгар, хорош. Динамик просто всех разнес. Быстрее, время! Чудок был. Зачем? Мне каждая секунда на счету, они вот так вот издеваются. Давай. Давай, Динамайкушка. Хорош. Мортис остался. Только не ульта. А, он зашел. Говно. Ходячий вот этот Мортис. Только пол испытания смогу пройти. А чё я не ультанул? Гениальный этот ваш Brawl Stars. Ну, блин, а ну почему испытания нельзя продлить как-нибудь? Всегда испытания длились долго. Это не испытание, это говно. Это один день длится каждая испа. Сколько у меня? 5 минут? Это копал испытаний, ё-моё, ребята. Обидно, обидно. То, что я не прошел. Ну, не может быть, что я за 20 секунд... Сделаю 5 побед. Либо может. Ну, стараться надо хотя бы за какие-то победы. Награды. Ну как? Откуда ульта так быстро? Просто гениальный гаджет от моего тиммейта. Как это? Как он гол забил, я в шоке.
Ну, сколько тычек? Сколько у него тычек было? Я в шоке с этой игры. Больше поражений, чем побед. Гаджет. Троих убил, но смысл? Ну, нет уж. 2000 хп чел сносит, нормально. Норм чел, да, норм. Я в шоке. Максимум хватает на одну игру. Но мы ее попытаемся сделать. Добить этот стардроп нужно, ребята. Все вместе собрались и поддержали меня. Мне нужна мотивация, чтобы я видос снимал не в конце испытания, когда оно заканчивается, не просирал его, а в начале. Чтобы был интересный контент. Это сейчас опять тот же самый чел? Или мне показалось? Чё за говно? Так, ну окей. В шоке. Окей. Ну, давай. Во, меня еще даже не засосало. Ну и 8 бит, как всегда, я всех разношу. 8 бит, как всегда, гениальный в своем репертуаре. Ну хоть всех убили, почти. Ну, пас, да, ты будешь долго по всей карте бегать. Сколько у него хп? Я в шоке. Я не успел даже ультануть, боже. Ну, блин, он бы не забил гол, если бы я ультанул. Но я не успел просто. Сколько у нас времени? Да ладно. Еще одна катка есть. Если бы мы так выиграли, как проигрывали, я бы успел пройти испу. Обидно. Даже очень. Супер точные метки, культ огонь, я попадаю. Понятно. Ну, я люблю, когда против нас супер точные метки, культ огонь, я открываю. И не попадаю. Понятно. Как меня взорвало. Как меня... Я в шоке. Это динамайк просто. Ульта, 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 ульта. Хотя один... Вроде без накопления ульты игра. Ну ладно. Супер точные метки и культ огонь я открываю. Да, 10 хп, в принципе, неинтересно играть в такую игру. Вот так вот интересно. Хотя бы стардроп заберем. Половину испытания прошли. Да ну как? Отлично, ребят. Ну все, в принципе, испытание закончилось, потому что видос уже идет 15 минут. Да?
Да. Все, ребят, испытание закончилось. Всем спасибо. Короче, завтра, даже через час опять испытание. Я в шоке. Ребят, короче, делайте либо за день хотя бы 100-200 просмотров, либо 20 лайков. Ну и тогда я сразу же прохожу испытание. Либо, как всегда, рубрика «Прохожу испытание последней минуты». Ну а с вами был, ребят, Супер Ёжик, либо просто Ёжик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.